За звание «Лучший Келлин» сегодня борются 9 девушек из разных районов области. Для невестки Асем Нуралиевой сегодня важный день, а потому девушка заметно волнуется. Шымкентская красавица должна продемонстрировать жюри трудолюбие, доброту казахской снохи и почтение старшим. Я в своем выступлении рассказала, какой должна быть невестка. Девушка должна быть мудрой и трудолюбивой и непременно быть опорой своему супругу. Конкурс решили разделить на 3 этапа: приготовление национального блюда, демонстрация казахского костюма и колыбельная для младенцев. В составе жюри сегодня состоявшиеся и потенциальные свекрови. Каждая болеет за свою сноху. Женщины с большим стажем семейной жизни признаются, чтобы стать дочерью для матери мужа, многим приходится стараться не один год. Мы сами когда-то были молодыми снохами, сами прошли через трудности, все было. Поэтому и решили конкурс провести. Научить, подсказать хотим. Нельзя забывать об уважении и традициях, тогда и жизнь семейная сложится. Гран-при и звание «Лучшая келинка» сегодня присвоили Асем Нуралиевой. Первое, второе и третье места поделили между собой келинки из Тулебийского, Ардабасинского районов и города Шымкент. Неожиданно во время поздравления невесток на сцену вышел свекор Асем Нуралиевой. Она мне не сноха, она моя дочь, моя гордость, мое счастье. Я благодарен Всевышнему, что у меня такая дочь появилась. Всем вам желаю, чтобы в ваш дом пришла самая лучшая невеста, чтобы она хранила очаг и была многодетной матерью. Шудин Саидов, Ильдар Жонусханов, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании ОТР.